Видеоролик создан специально для сайта fb.ru. Любая девушка старается постоянно следить за своим весом. Именно поэтому хотя бы раз в неделю в вашем рационе должен быть суп, который помогает очистить организм от вредных токсинов. Помимо этого, с его помощью также можно увеличить скорость сжигания жиров. В этом ролике я расскажу вам о том, как же его можно правильно приготовить за весьма короткий срок. На самом деле этот суп просто великолепен. Он не только достаточно сытный, но и весьма легкий, поэтому улучшит процесс пищеварения. Однако для того, чтобы его правильно приготовить, по этому рецепту вам потребуется предварительно подготовить следующий набор продуктов: половина стебля лука-порея, 2 морковки, 1 стебель сельдерея, 1 корень петрушки, капуста, немного свежего горошка, 1 свежий перец, чашка риса, масло и немного петрушки, а также лавровый лист. Для правильного изготовления вкуснейшего супа по этому рецепту вам потребуется четко следовать всем рекомендациям, которые я даю далее. Первым делом подготовьте все овощи. Их нужно очистить, а затем нарезать на достаточно мелкие кубики. Раскалите сковородку на среднем огне, а затем обжарьте на масле одну нарезанную морковку, к ней добавьте измельченный лук-порей. Готовьте все примерно 5 минут, после чего выложите к ним оставшиеся овощи и сделайте зажарку. Зажарку переложите в кастрюлю, а затем залейте все водой. Добавьте перец и лавровый лист. Доведите суп до кипения. Примерно за 15 минут до окончания варки положите в суп хорошо промытый рис. И уже в самом конце также добавьте корень и листья петрушки, а также специи по вкусу. Полученным супом для достижения максимального эффекта нужно питаться на протяжении всего дня. Если вы будете следовать моим рекомендациям, то устроите для себя просто великолепный разгрузочный день. А какие подобные полезные рецепты можете посоветовать вы? Поделитесь с нами в комментариях. Ролик подготовлен для сайта fb.ru. Если он вам понравился, не забывайте поддержать нас лайком и подпиской на канал.